Добрый день, меня зовут Михаил Церковников. В этой лекции мы поговорим о том, как использовать договорные инструменты для фиксации тех рисков, которые возникают при взаимодействии с налоговым органом из-за вашего контрагента. Чем воспользоваться? Соглашением об ответственности, соглашением о возмещении потерь или выдать заверением в обстоятельствах? Обсудим соотношение этих инструментов и попробуем поговорить о комбинированной оговорке. Смотрите на видеоконсультанта.